Ну, друзья, я думаю, что даже если она задержалась, она наверняка прислала нам своих гонцов, своих посланников. Кто, друзья мои, весь сентябрь нам помогал? Девочка Сентябринка, правда? И эта Сентябринка наводила порядок в лесу. Это наша сентябрьская осень. Выходи, кружочек Агафья. Ведь осень у нас, друзья, гостит дети и в лесу, и в огороде, ну и в нашем городе. Поэтому сначала мы вместе с вами отправимся в далекий месяц сентябрь. И отправимся сначала в лес. И там в лесу, что делала осень? Наводила порядок, раскрашивала листья и встречала разных зверушек. Я не вижу Сашу. Саша пришел. Тогда, друзья мои, раз наш зайка Саша еще бегает туда-сюда. Ау, Сашка, скорее-скорее переодевайся. Ну-ка, бегом-бегом. Белочки быстренько переодеваются. Сейчас Вася наведет порядок. Ну-ка, давай, скорее-скорее. Ну-ка, раз, два. Жилетку надевай, шляпку надевай. Да, я думала, ты будешь переодеваться, а ты уже переоделся. Валерия, к бабушке беги. Леночка, к бабушке беги, скорее-скорее. Лена, Леночка, привет-привет-привет. Так, мои хорошие. Да, и ёжик у нас, и Мишка. Мы сейчас делаем все с самого начала. Почему? Бросили листочки на землю. Все, на коврике, ручки на поясе. Пошли по нашему садику. Снова гуляем. Садики нашим ребята гулял. Желтые листики. Все собираем. Берем один листочек желтый, только желтый. Кружатся листья. Возьмем листья. Красиво покружится у наших ребят. Можно красиво покачать листочком вправо-влево. Так, сядьтесь-то уже. Такс. Молодцы. Умнички, бросили листочки, снова пошли. Шип, ребята, гуляют. Красные листики. Теперь собираю. Красные листики. У наших летят. Покружимся. Наших ребят. Держатся. Пошли снова. Дикие нашим ребята гуляют. Молодцы. Оранжевые листики. Ну-ка, оранжевые листики соберем. Вот какие листики. Кружатся, летят. Оранжевые листики. А теперь все сели на стульчики и тихонечко сидим на стульчиках. Садимся на стульчики. Молодцы. Все-все-все занимай места. Кому не тяжко не хватило, тот садится вот сюда. Скорее-скорее. Коля, садись, мой хороший. Садись, Аглаечка, возле мамы. Мальчишкам сейчас тоже дам стульчики. А кто ютится? Кто ютится? У каждого свои детей. Садись поудобнее на стульчик. Садись на стульчик. Сдвигаемся, сдвигаемся. Ах, какая красавица. Осень. Посмотри, Марсель, какое для тебя почетное место. И для Коли голубое кресло. Одно единственное, и Коле досталось. Вот это да. А теперь, друзья мои, вот у нас осенний ковер. И на этом осеннем ковре вы сейчас увидите что-то очень-очень интересное. То, что проходит в осеннем лесу. Закрыли все глаза. Осень, а ты глаза не закрываешь? Ты выходишь и гуляешь. Так, идет осень. Репетиции ни одной не было, потому что Агафья осень приходит только по средам. В то время как другие детки тоже отдыхают. Гуляла она по лесу, гуляла. И вдруг листочки разбросала. И зайчишку увидала. Эй, зайка, выбегай. Под ноги к осени не попадай. Я вижу, и зайчишку. Бежали ежик с мишкой. Сейчас Амила скажет мне, как приготовились к зиме. В сирой? Шубки меховой. Не могу гулять зимой. Пришло время мне линять, шубку серую менять. Зимой быть серым не могу. Нигде не спрячусь на снегу. Не волнуйся, серый зайка, беги-ка и шутку применяй-ка у тебя. С ребятами я поиграю, а после шутку поменяю. Вот видите, как у детей решил. Наш зайчишка схитрил. Помните, в октябре месяце был снег?
И наш зайка так боялся, что за ним будут охотиться волк и лисичка, и решил раньше времени шубку поменять. Поэтому вы не обращайте на него, он уже в белом, хотя говорит про серое. Но дети хочет зайка поиграть и морковку здесь собрать. Садись тихонечко, осень немножко поотдыхай, а зайка нам расскажет, как нужно морковку собирать. Выходи сюда, зайчка, и будешь сейчас нам помогать морковку разбирать. Посмотрите-ка, друзья мои. О, сколько у нас здесь морковки. Много-много. Покажи детям самую большую морковку. Подними деткам, покажи самую большую. Конечно, самая большая морковка. Так, молодец, покажи. А теперь покажи детям самую маленькую морковочку. Самую маленькую морковочку. Видите, дети, есть морковки большие в наших городах, есть морковочки маленькие. Нужно зайчику два помощника. Раз, два, три. Тимофей и Марсель, выходи. Становятся вот сюда. Марсель и Тимофей. Становятся прямо возле зайки. Помогают, ну и большой. Договорились? Договорились. А зайка будет только на стульчике сидеть, да на вашу работу глядеть. Хорошо? Хорошо. Так, построились. Стоп. Ты думаешь, это близко? Сашка, садись на голубой стульчик. Сашка, садится на голубой стульчик. А вы там становитесь. Пока, скорее, 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 скорее. Ну, сюда, 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 сюда. Эх, Ирина Филипповна сейчас объяснит. Вот здесь стоим. А, хорошо. Сиди. Все равные условия. Равные условия. Так, молодец, умничка. Одна коробка здесь у тебя. Одна коробочка здесь у тебя. Итак, раз, два, три. Марсель и Тимофей за морковочкой в огород. Бегите. Побежали, и одну морковочку берем. Одну морковку. Марсель большую, а Тимофей маленькую. Скорее, скорее, скорее. А вот они по одной морковочке зайчики несут. Молодец. Зайка, а ты вот там спокойно сиди и наблюдай, как они тебе морковку носят. Ну-ка, давай, скорее, скорее. Ох, какие молодцы. Ну, вот это да. Умнички, умнички, а мы прихлопываем, помогаем. Молодцы, умнички. Вот это да. Маленькая зверька. Пока на маленькую. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, это уже специально сложная чиня. Но еще тебе ее рассортировали. Отдельно покрупнее скушаешь в первую очередь. А потом начнешь кушать то, что помельче. Договорились? И растягивать подольше. А девочки будут выступать? А девочки будут во что-нибудь другое играть? Не будешь их наклоняться за морковку, правда? И ты тоже будешь что-то делать. Садимся тихонечко. А ты осень выходи и кого-то другого встречай. Садись, Марсель, спасибо, что ты мне помогал. Садись, мой дружок, на свое местечко, садись, мой хороший. А где белочка? Я тебя. Так, ну-ка, белки, выходите. И на осень поглядите. Так, молодцы. Белочка, красавица, скажите мне, какой осенью готовили к зиме? Спешила, так спешила, сучка грибы сушила. Ну, а утром как? Ну, а днем? А когда светло, косила небо. А еще? Сестрицы с пешкой забегали на орешки. Унесли к себе. Домой щелкать будем лет зимой. Молодцы, белочки. Видите, как они красиво вам, друзья мои, все отвечают. Хотите с нами поиграть? Ну-ка, давай. Олежка. Да? Как белочки с деревьями разговаривают, показать. Хотите белки показать? Хотят нам белочки показать. Итак, друзья мои, ты, моя хорошая осень, вместе с нами становишься и превращаешься в белочек. Все девочки-белочки, раз, два, три. В одну шеренгу становимся. Скорее, скорее. Белочка встает.
Здравствуй, Лена! Лена, остановимся. Белки встали. Скорей, скорее, белочки встаем. Лена встает, белочка. Снова встает, белочка. Ксюшка встает, белочка. Все белочки встают. Молодцы, умнички, превращаемся в белок. Так, мы у нас и белки накажем. Да, все же плохо. Девчонки будут. И так, молодцы. А мальчишки будут у нас деревья. Девчонки, покружились. Покрутись, повернись. Белочку. А, ты на осень. Не превращайся, ты же осень. Ты вошла уже в образ. Лучше ее переодевать. Так, молодец, держи-ка. Ой, какая белочка. Была у меня девочка, а теперь просто белочка. Держи, вот уже. Держи, держи, белочка. Так, белочка. Как все в лицо. Мальчишки подняли руки. Вот мы деревья качаемся в одну сторону. Стики падают, осень пришла. Рыжики белочки, как у вас дела? Рыжики белочки, как у вас дела? Аглая молодец показывает. Набрали шишек для своих петлишек. Полное дупло, будет в нем зимой тепло. Листья полное дупло. И вокруг себя покружились. А деревья присматриваются, какие белки красавицы вокруг них пляшут. Так, молодцы, молодцы. Остановились, мальчики, ветки подняли. Вот мы уже качаем. Веточками с листиками поем. Листики падают. Рыжие белочки, как у вас дела? Рыжие белочки, как у вас дела? Белки отвечают. Чия? Что хватило на год, и грибов есть у нас, и грибов большой запас, и орехи есть у нас, и грибов большой запас. Видно, что так мучается. Она старается, я вижу. Очень красивый бантик у этой белки. Сука, дальше танцуем. Мальчишки подняли ручки, снова ветками машем. Молодцы. И спрашиваем, листики падают, осень пришла. Рыжие белочки, как у вас дела? Рыжие белочки, как у вас дела? Будем как новые, мы в лесах сосновых. Шубки серые свои, мы надели для зимы. Шубки серые свои, надеем для зимы. Молодцы, попрыгали, белочки, попрыгали. Молодцы, и покружились. Отлично. И превращаемся в детишек. Раз, два, три. Ну-ка, покрутись, повернись и в детишек превратись. Превращаемся в девочек. Ой, Коля, зачем? А Коля показывает чудеса аттракциона. Выходят на арену силачи. Да, молодец, умничка, давай-ка. Ой. Сейчас я буду показывать. Ветки трещат, и не просто идет Аленушка, а громко-громко ревет. Видите? Здравствуй, Мишенька, медведь. Не устали ты, медведь? Долго. Помочил я лапки и шубку. Ах! Ты бедный наш Мишутку. Мишка очень любит мед. Кто же мед ему найдет? Дети, а кто же ему мед найдет? А кто ребенок? А кто ребенок? А ребенок Ксюша. Он раз и стала. Молодец. Помогла второй ребенка выполнять. Тоже ни разу на экспедиции не была. Сейчас на покарте народная артистка Африки раз и скажет, да? Ну, кому, дружочек, что ты говоришь? От нас мед, попей с ним и простуды. На Мишутка. Вот, ты говоришь, что она принимает. А на самом деле, дети, там меда еще нет. Мед-то надо собрать. Да. А кто его будет собирать? Я думаю, что вы. И для этого нужно не делиться, а быстренько, друзья мои, кого называют, тот ко мне подходит. Идет ко мне, пожалуйста, первая девочка. Ева идет сюда. Раз. Ева идет сюда. Идет сюда Марсель. Идет сюда Вика. Идет сюда Софа.
Молодец, вот здесь они стоят. Вот так, молодцы, молодцы, умнички. Хорошо, умнички. Другая команда идет сюда, Тимофей. Идет сюда, Даниэль. Идет сюда, моя хорошенькая свеколка. Иди сюда, моя хорошая. Так, умничка. И идет сюда, Леночка. Так, Валерия становится рядом с ней. Ты, мой дружочек, становишься возле Ксюшки. А Аленушка идет сюда. Аленушка вот здесь становится. Так, молодцы. Кто у нас еще есть? А, Эльсун и Эшген. Разбрасываемся вас пока по командам. Эльсунчик идет сюда. Ты пока смотришь. Сейчас я тебе найду местечко. Так, нет, мой друг. Ты должен быть на главном поприще. Вот с тебя начинают. А то как вы яхту назовете, так она и поплывет. Извини. А ты, мой дружочек, нет. Эшгенчика мы здесь оставим, а тебя сюда позовем. Так, садись вот для Аленушки. Аленушка нам будет тон задавать. Слушайте, эти белки заряжаются и наряжаются. Белки, пора вам шутки менять, пора вам уже линять. Серый цвет, они все сидят, прихорашиваются. А то вас быстренько зацапает какой-нибудь звереныш. Так, молодец, кто у нас остался? Аглая, нам без тебя никак. Ну-ка, Аглая, выходи. Так, и вот в этой команде помоги. Вот здесь будешь помогать. А Мила будет вот здесь играть. Так. Между белочками стоять. Становись между белочками. А, нет, все, белки объединились. Белки против. Так, молодцы. Чего он против меда? Молодцы. Мне нравится место Коли. Он самый главный. Итак, друзья мои, скажите мне, пожалуйста, как пчелы собирают мед? Подскажите мне, как пчелы собирают мед? Леночка, как пчелы собирают мед? Они летают и сладкий из них, так, собирают. Так, друзья мои? Да. Так, стоим там на том месте, где я тебя поставила. Становись быстренько мой. Ну вот будет место, куда вы будете носить кубики цветы. Я почему поставила самых главных людей на главные места? Потому что эти дети ни разу не ошибаются. Сейчас вы видите, что пам-пам-пам. Слишком низко наклоняться. Но будет наклоняться заяц, а с другой стороны Мишка. Итак, друзья, мы играли уже в эту игру не один раз. Эта команда передает почки желтые, мед с одуванчиком. А эта команда будет собирать мед с красной, с кустика красной калины. Ох, как она пушисто, душисто цветет и нам свой мед дает. Один кубик берем и друг дружку передаем. А ты передашь Вике, а Вика передаст Ксюшке, а Ксюшка передаст Эшгенчику. А Эшген, не спи, не зевай, а кубик быстро цветочек передавай. Скорей, скорей, скорей. Так, а Марсель? Нет, без Марселя никак. Марсель тоже должен этот цветок подержать. Он тоже пчела. Положу. Молодец. Тоже самая другая команда. Так, наклонилась. Пока. И, Саша, пока там не увидел кубик, здесь не наклоняешься. Понял? Понял. Аленушка, бережонок. Пока там не положит кубик, ты лишний не берешь. Понятно? Итак, там по одному кубику всего лишь верно, дети? Мы выиграем! А, я тоже так надеюсь, что вы выиграете. Приготовились. Надеемся, раз, два, три. Кубики, мед, неси. Начинаем, Аленушка, передавай. Аленушка, передавай. Наклоняйся, бери, доставай. Молодец, Аленушка, хорошо. Молодец, скорей, скорей, скорей. Мишку медом, верно?
Закрываем глаза, осень, выходи. Закрываем глазки. Молодец, молодец. Агафья, иди сюда. Скорей, скорей, скорей. Так, где мой Мишка? А теперь открываем глазки. Раз, два, три. На баночку. Вода. Мишка. Мишка, мед принимай. И Марине Васильевне отдавай. Марина Васильевна, держите вашу баночку меда. Отдала назад на место. А мы, друзья, все вместе. Давайте-ка сядем на стульчик. Конечно, сядем, друзья мои, на стульчик. И берёмся. Садимся. А вот... Тихо. Так, стоп. А Мишка главных слов не сказал. Ёжик, вот спасибо, ребятишки. Вот спасибо, ребятишки. Летом тоже я не спал. Малину, травы собирал. Все я послушал. А сейчас угощу, ребята, вас. Честь малины, заварить. Ну, берите, возьмите. Да, ну, листочки он взял. И дальше пошел погулял. Садись, мой дружок. Садись, мой дружок. Так, а осень дальше по лесу гуляет. И дальше кого-то наблюдает. Вот бежит. По лесу ежик. С грузом он длинноножек. Ты куда, колючий ежик? Что на спинке ты несешь? Я стою. Дети, хотим мы с листиками поиграть? Да. Ну, конечно, мы хотим с листочками поиграть. А и поэтому раз, два, три. Два листочка одинаковых себе найти. Ищем одинаковые листочки. Ищем листики одинаковые. Отлично. Держи все два листочка себе. Молодцы, умнички. Два листочка. Приготовили себе два листика. Нет, у кого нет два листика? Листочек, давай посмотрим. Два листочка. О, какой молодец, все себе схватил. О, держим тебе только два. Вот, смотри-ка, как хорошо. Нет, смотри-ка, два дубовых листика я тебе даю. Держи. Ой, молодец. Два одинаковых держи, рисунчик. Отлично, ты хорошо считаешь до двух. Умничка, молодец, у тебя два каких листочка? Рябиновых. Леночка, выбирай уже, давай-ка, скорее. А какие у тебя листики? Я вижу, это листики ясени, наверное. Кленовые, да, молодец. Сделали большой красивый круг. Раздувайся, пузырь, раздувайся большой. Оставайся такой и не лопайся. Молодцы, красиво друг за дружкой побежали. Пойдем. Побежали друг за дружкой. Золотые листики, дерево лица. Кружит ветер листики, это листопад. Это листопад. Остановись и покружимся. Побежали в другую сторону. Они шуршат, это называется тоже листопад. Это листопад. Это листопад. Молодцы, остановимся и покружимся, дети. А теперь, друзья, не спите, мне по два листика несите. Несем два листочка. Спасибо. Стоп. Дети, не пойдем листочки, иначе нам потом не с чего будет делать красивые наши поделочки. Молодцы. Кто тихонько мне отдал, тот тихонечко за на стульчик сел. Молодец, спасибо. Спасибо, моя милая. Спасибо, моя хорошая. Так,
Отлично. Отлично. Умнички. А теперь осень лесная от нас ушла и тихонечко села. Да, мои друзья? Тихонечко она там сидит. А мы вместе с вами... А мы вместе с вами глаза закрываем. Лицо красиво. Урожай, поля вновь засеваю, на юг птиц отправляю, деревья раздеваю. Но не касаюсь сосен и елочек. Я осень. Какая? Дети, вы, конечно же, осень узнали. Мы давно эту осень в гости ждали. Много стихов мы учили, песенок много разучили. И теперь Вика тихонечко станет и красивая расскажет стихотворение о том, как листики мы собирали. Ну-ка давай, мой дружочек, вставай. Листья золотые. Летят. Листья золотые усилают сад. Много на дорожках листьев золотых. Букет поставим. Нет, мы букет хороший. Сделаем из них. Мы его поставим после стола. Золотая осень, косик напишу. Вика так старалась, дети. Давай мы ей помогаем. Она такая молодец, правда? Очень тебе помогала осень, пока ты гуляла. Наша помощница, осень Тибринка, твоя младшая сестрица. Подойди, осень, подружись, пожалуйста, с нашей осенью. А мы все похлопаем, правда, друзья мои? Наша осенинка Тибринка знает очень красивое стихотворение. Как березы косы расплели. А это ее сестричка Аглая. Очень хорошо. Скоро уеду домой. Так, давай, начинай. Березы. Разыгрался ветер. Разыгрался ветер на лесной поляне, закружил осину в красном сарафане. И листок березы, золотистый пчелка, бьется и тает над колючей елкой, а под елкой грузди и морские мушки. До свидания, елка. Как она красиво рассказала, Вика! Я слышу, как ежик Тимофей очень сюда спешит, расскажет сегодня осень на опушке, краски разводила. Выходи, мой дружок, посмотри, как он сегодня нарядно оделся. Видишь, как кустик калины, как кустик рябины. Ну-ка давай, Тимофей, громко. Осень. Осень на опушке краски разводила. По листве тихонько кистью проводила. Возлетел олесник, взойдел ящикрёный, в пупые осеннюю только дуб зелёный. Учесает осень, не зреете лето, посмотрите, осень золото одета. Очень красивая тихонечка. Здесь же мы кисти, но вот здесь должна быть песня. Круг вставай, тебе будут помогать. Давай. Сентябринка, выходи в серединку. И выходи, моя помощница, другая октябринка, тоже в серединку. А мы станем вокруг осени и споем песен. Осень золотая, как мы тебя ждали. Ну-ка, скорее, раздувайся, пузырь. Раздувайся, большой. Оставайся такой нелопости. Встаем, берем. Пошли. Осень золотая. Наша гостья, гостья дорогая. Хорошо, что Thank you.
займем карту своей медсестрой. Просто три медсестры идет за ним. Саня рассказывает, как березу костры в пыль выходит. Так, только откроем дверь и позовем мамочку. Мама Ольга Сергеевна должна услышать, как Саша рассказывает. Ведь она старалась вместе с ним стихотворение учила. Правда, Ольга Сергеевна? Ну-ка, давай, Саша. Громко и красиво. Березы косы расплели, а камень клёна хлопали. Ветра помыли, и топали, затопали. Поникли ивы, когда осины раздражали. Дубы огромные, всегда как будто меньше стали. Всё присмирело, съёжило, поменило, обжигало. Лишь ёлочку и кожи в зиме хорошо. Спасибо, умничка, молодец, спасибо. А теперь я слышу, как твое стихотворение хочет рассказать маленькая Милочка. Мила, выходи, к осени подходи и красиво, громко расскажи стихотворение. Опустя твои стихотворения, кто же сидит, давай здесь, и ворон, человек, и так, 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 значит, пора делать запасы, значит, пора так приготовиться, чтобы зимой было не голодно, чтобы зимой было сытно. Вот просит первая в листве, пора подумать о зиме. По дороге Мишка шел и к зайке в огород зашел. Да. А Васик? А Васик? Зайка, раз, два, три. Эй, зайчишка, подожди. Что ты делаешь? Скажи. Щелчка, хочу я в срок. Морковки заготовить впрок. Морковки заготовить впрок. Может, мне нарвать чуток? Можешь и себе нарвать, и страшно будет зимовать. И стали они вместе рвать морковочку. Медведь стал медведь морковку рвать и к себе ее бросать. Бросал, 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 а потом вдруг ежика он увидал. Ежик, стой! Куда идешь? Что с собою ты несешь? Я корзиночку несу, много есть грибов в лесу. Все успеть хочу я в срок, и грибы готовлю впрок. Грибочков заготовить впрок, может мне набрать чуток? Можешь и себе набрать. Не страшно будет зимовать. Медведь морковку побросал, за ежиком он побежал. Раз грибок, два грибок, а вот и будет полный у ежика кузовок. Ну-ка, Мишка, тоже грибочки собирай, собирай. И от ежика не отставай. Но вскоре белку он увидал и за ней побежал. По кустам ты ловко скачешь, на зиму запасы прячешь. Все успеть хочу я в срок, орехов заготовить впрок. Орехов заготовить впрок, можешь мне набрать чуток. Можешь и себе набрать, не страшно будет зимовать. К орешнику медведь пошел, так, там много орехов и
шишек нашел. А когда от орешника отошел, то на тропинке, дети, лису он нашел. Лисичка в орешнике гуляла. Да. В деревню лисичка в то время бежала. Здравствуй, Мишенька, медведь. Я иду на кур глядеть. Для чего тебе орехи? Это детям для потехи. А зачем на кур глядеть? Глупый, чтоб потом их съесть. Но у курятника собаки. Дело не дойдет до драки. Ты огромный, вон какой. Они не справятся с тобой. Точно говоришь, лиса. Надеру я их бока. В деревне друзья очутились, и к курятнику они спустились. Лиса в курятник забежала, а медведь остался глупый на курей смотреть. Но тут собаки прибежали, а медведя убегали. Урожай
Идем. Ну-ка, а ну я ж только я одна иду, что ли, собирать урожай? Ну-ка, вместе помогаем. Еще раз. В огород мы пойдем, урожай соберем. Взяли лопаты. Осень, что мы сидим, скучаем? А ну-ка, выходи, помогай. Мы картошку накопаем и морковку натаскаем. Срежем мы сейчас круглый, сочный, очень вкусный. Щавеля сорвем немножко и вернемся по дорожке. Молодцы, вы все, дети, очутились вместе с нами где? В огороде. А превратились в ванну. Поставили свои ручки, поехали как баня, друг за дружкой пошли. Ваня, Ваня, простота, купил лошадь без хвоста. А теперь повернулись, сел задом наперед, спинкой пошли и поехал в огород. Только конь поторопился, присели, Ванька в ямку. Бух! Валился! Молодцы, снова встанем! Молодцы, встали еще раз, еще снова как Ваня пойдем. Поехали снова друг за дружкой. Ваня, Ваня, простота, купил лошадь из хвоста, сел задом наперед и поехал в огород. Только конь поторопился, присели. А теперь, друзья, мы с вами оказались действительно на огороде. А в этом огороде что только не растет. А кто, дети, охраняет огород? Я. Угол охраняет. Хочешь первое? Взялись за ручки. Я тебя выберу. Взялись за ручки. Подожди, давай сначала Валерия. Она. Раз, два, не зевай, пугало, скорее выбирай. И ты будешь пугало. Сейчас мы поиграем в пугало. И ты будешь играть. Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой. Оставайся такой и не ломайся. А пугало в огороде стоит, урожай охраняет и никого в огород не пускает. Никаких незваных гостей. Да, да. Ручки в сторонку. Поехали. Помним все поклонения? Взялись за ручки? Да, пошли. В огороде пугала целый день стоит. И по сторонам оно день и ночь. Мне вообще ничего не видно. Птицы лишь появятся сразу. Ну а как рассердится, даже побежит. Остановились голубом. Раз, два, три. Наскорее. Как я? Ну, пожалуйста. Ай, молодец, умничка. Правильно, дети. Так, быстренько переодевалочку. Сейчас поиграем долго. Не бойся, времени нас достаточно еще. Мы поэтому пришли по огородку. Сначала в бусы. Молодец, это же самая главная переодевалка. Без этих бус и без этой шляпы не получилось бы настоящего пугала. Правда, дети? Вот так вот будет. Где эта шляпа только не бывала? В Греции не бывало, в Египте не бывало. Да, в Эмиратах не бывало. Пошли снова. Пошли снова. В огороде пугала целый день стоит. И по сторонам оно день и ночь. Молодец, птицы лишь появятся, сразу зашумит. Ну а как рассердится, даже побежит. Ручки на пояс, говорком. Раз, два, не зевай, нас скорее. Теперь мы в осень тебя хотим сделать пугало. Но я вижу, у тебя так много помощников. Можешь Аленушку возьмешь? Ой, Аленушка, такой хороший пугало получается. У нее здорово получается. Но сначала ей нужны банки. Для чего ей нужны бусы из банок? Для чего? Чтобы шуметь, чтобы козликов, зайчиков в огород не пускать.
чтобы бабочек вредных отгонять. И я тоже очень хочу есть. Еще немножко в огороде урожай соберем и обязательно будем есть. И есть, и пить, и закусывать. Взялись за ручки, играем последний раз. Баба здоровье дала, целый день стоит. И по сторонам оно день и ночь глядит. Птицы лишь появятся, сразу зашумит. Ну а как рассердится, даже... Что приговариваем говорком? Раз, два, три. Зевай на скорее! Умничка, очень веселая игра. Такую игру можно давать много раз. Но дети, я предлагаю... Давайте выберем Марселя, потому что у Марселя очень хорошо получается. Дети, Марсель, не торопись. Марселю, дети, нужна сейчас живительная помощь. Потому что у Марселя сейчас будет главная роль в спектакле. Поэтому мы отдаем право быть куколом ему. Ты, картошка, посиди, немножко отдохни. Потому что если он будет в грустном настроении, не видать нам козла в огороде, правда? Да. А козел главный в огороде. Молодец. Так, Марсельчик, повернись к бабушке. Покажись бабушке. Супер. Взяли детки вокруг него, дали ручки. Ручки расставляем. О, вот настоящее пугало. Пошли и в огороде пугало. Целый день стоим. И по сторонам оно. День и ночь глядит, птицы лишь появятся, сразу... Даже побежит. Приостановились? Раз, два, не зевай на скорее. Играть до вечера, но мы быстренько раз, два, три, огород здесь займи. Каждый свое местечко занимает, садимся дети в огород. Так, а осень тихонечко садится. Грядки, где тут у нас грядки? А ну-ка, грядки садятся, скорее, 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 скорее. Капуста, смотри, не пришла сегодня. У нас для нее было ответственное мероприятие. А она не пришла. Тимофей даже выучил стихотворение, да? Да. Тимошенька, ты помнишь сегодня? Загорелый помидор завел с капустой разговор. Отчего ты белая совсем? Не загорела. А что говорила капуста? Ну, пока снимаю. Дети, вот представляете себе, пока она снимает платьице, солнышко закатится. Держи, моя хорошая, будешь мне помогать. Картошка. Оп, без картошки ни туда, ни сюда. Лишь ее копнешь немножко, сразу вырастет картошка. Ну-ка, давай, морковочка. Эй, а лучков у меня два, дети. И для салата, и для винегрета. Давай. Конечно, ты же уже не белка, ты же уже морковка. Совсем другой цвет. Колор совсем другой. Так, все, молодец. Взмокла моя морковка. Молодец, умничка. Так, а теперь мне нужен горошек. На, мой хороший горошек, держи-ка. Так, держи-ка мой помидор. Спасибо. Огурец? Как ты? Кто ты такой? Ты в зеленом цвете. Ты, конечно, и огурец. На, моя хорошая редиска. Так, да-да-да-да. Кабачок, кто у меня будет кабачок? Держи кабачок. Тыковка будешь? На помидорку. Хорошо. Репка, кто у меня хочет быть репкой? Ну, о, репка, выходи, давай. Ты же морковка, как ты можешь быть репкой, если ты морковка? Так, молодец, хорошо. Детки, у меня еще что-то осталось. Еще один огурец остался. Огурец, Марсель, у тебя своя роль. Садись вот здесь. Садись, мой дружочек. Значит, мой дружочек, если ты не хочешь, я попрошу Сашу. Ты будешь или Сашка? Держи. Да что ж такое? Хочешь быть морковкой? Конечно, получай. Послушай, она Таня, какой она огурец. Она, я вижу, кто у меня может быть зелененький огурчик. Без него и стол не стол, правда, дети? Огурчик всегда есть. Целое лето он свежий, хрустящий. А зимой он у нас какой? Моченый, соленый, какой хотите. Да? Да. А теперь, друзья мои, растели грядки подальше. Мне нужна корзиночка. Подождите, сейчас Шеленочка пойдет в огород, друзья мои.
Просто дети, все тут зависит от внешнего вида. Да? Мама с Колей не удержались, уже убежали. Иди сюда, моя Таня. Таня, отзывайся. Лена, ты уже отзываешься на Таню? Держи, моя хорошая. Ничего страшного. Это отваливается от тебя осенний наряд. Давай, Танюшка, оденем красивый платочек. Превращаемся в Таню. Уже она никакая не Лена, дети. Это Таня. А я не вижу грядок. Что вы сели? Как Лена будет сейчас ходить по огороду? Сели грядка. А ну-ка, рядочек один. Рядочек другой. Вот. Один ряд. Раз. А ты у нас как капусточка села. Разбросала репку. Смотри. Вот. Садись. Хорошо. Так. Ножки поднимаем под себя. Убираем. Молодец. Огурчик. Или кабачок. Все. Садимся. Все. Все уселись. Давай, Танюшка. Тихонько. Мы с вами в огороде. Посылай. Меня мама в огород. Где капуста, где морковка, где лучок. Ну, каких назвать не знаю. Овощей. Это салата, винегрета и овощей. Кто в этом деле? Мне помог. Где капуста, где морковка, где лучок. И встает, друзья, первая свекла. Я. Мама. И грибка. Темно-красные бока. Стекла молодая, сладкая такая. Я гожусь на обед и ворви и грибка. Какая молодец! Вот это свекла! Хочется эту свеклу съесть! Молодец! А возле нее выросла вкусная морковка. Ну-ка, морковка! Морковка, вставай! Морковка. Она хитренькая, эта морковка, как лисичка рыжая, прячется от нас в земле. Ну-ка, давай-ка, морковка, я сама приняла. Я просто девица, зеленая косичка. С собой я гожусь и на село гожусь. И до сока, и до щей, до салатов, и борщей. Пироги не гляда, и зайчишка на обед. Молодец, умничка! А теперь растет тут лучок. Не один, а целый пучок. Так, становитесь рядышком. Так, Тимофей становится прямо возле Саши. Да нет, ну какой это, я говорю, Саша. Тимофей, это какие-то мальчишки были. А теперь повернулись к маме. Повернулись к маме, мама смотрит на тебя. Ну давай, лучок, молодец, лунечка. И громко. Говорят, я горький, говорят, не сладкий. Стрелочкой зеленой я расту на грядке. Я полезный сам, в том даю вам слово. Вместе рук зеленой будете здоровы. Ох, какой вкусный лук, правда? Что кушает лук, он никогда не болеет, да, детки? И осталась самая главная, самая важная. Кто это там такая расселась под кустик? Заглянешь немножко и увидишь там картошку. Эй, картошка, вставай и нас стихотворением удивляй. Я картошка за глядение, я картошка объедение. Крах! Молистая, возмолистая, без меня нет, нет, не получится обед. Это точно, девочки! А теперь, друзья, вдруг выходит козел в огород и с бородою своею трясет. Ах, какой молодец! Умничка! И что говорит? Не дам я! Не дам! Ну, помогай! Не дам я морковки, не дам огурцов! За каждый кочан я салат готов! Молодцы! Поднимаем ручки, говорим. Защити нас, Таня! Защити! А, козла! Прогони его ты! Пусть идет дорога! Козел, бойся. Смотри на Таню и бойся. Ты. Козел, козлище, зеленые
мы выгнать козла без тебя? А теперь берем все, все угощаем ее. Вот капустный качан. Молодцы, снимаем. А вот свежий. Так, и свежий лучок. Подходи, давай свою маску ей в корзинку, неси свою масочку. Так, вот репка. Так, молодец, молодец. Отдавай. И в конце подошла картошка. Мы все с Танюшей поделились немножко. Ничего себе немножко. Полная корзинка у меня получилась, да, дети? А теперь взяли за ручки, поем песенку урожайную. Едем, едем мы домой на машине грузовой. Так, взяли за ручки, скорее, 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 друзья мои. Паряй, едем, поля урожай. Взяли за ручки, ой, да, летим, бай. Едем, поля урожай. Молодцы. Итак, раз, два, три. Песенку красивую. Начни. Сейчас выключим ее. Моя маска. Поехали. Поехали. Мы корзиночки несем, хором песенку поем. Рожай, собирай и на зиму запасай. Ой, да. Команду мы позовем детей. Мы позовем. Даниэль, иди сюда, смотри, смотри. Раз. Валерия сюда идет. Два. Так, с Тимофеем идет три. Я тоже. Молодец, вот команда, три человека. Раз, два, три. Дети, поиграем все. Обещали, только будет быстро. Раз, два, три. Молодец, хорошо. Другая команда. Мне нужна Лена сюда. Сопа сюда, выходи. Ксюшка сюда, выходи. Скорее, опять три помощницы. Друг за дружкой. Друг за дружкой. Друг за дружкой встали. Вот, молодец, друг за дружкой. Вот, 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 ну, молодцы. Хорошо, и вот здесь уже вы взялись за ручки. Деловые осень взяли, думают, раз они осень взяли, значит, уже все, у них уже, ты там стоишь, осень. И не двигаешься. Кто потерял? А мы с вами... Это я взяла. Приготовим грузовики. А я. Посмотрите-ка, Ань, Таня, ты куда?
Таня, сюда. Таня. Лена, сюда беги. Держи, Лена, грузовик. За веревочку. Держи, Валерия, грузовик за веревочку. Посмотрите, что мы будем делать. На веревочке грузовик везем. Едем, едем в огород, где овощ всякий растет. Поехали, поехали, Лена. Здесь что-то одно возьмем и осень вот туда отвезем. Поехали снова. Поворачивай. Поехали, поехали. Так, молодец, умничка. Хорошо, хорошо, хорошо. А ты осень здесь не зевай и все сюда принимай. Молодец, давай машину Даниэль теперь. Теперь Даниэль поедет, тоже что-то возьмет. Так, молодец, выгружай. Давай, Василий, отдавай, нет, хорошо. А машина достается тебе. Поехали, раз, два, три. Стопай, Даниэль. За урожаем беги. Молодцы, умнички, хорошо. Так, поехали, поехали. Вот мы едем, едем. За урожаем. Так, хорошо. Сейчас все по очереди. Так, оп, Тимофей, видишь, какая музыка? Стоп, растеряешь весь урожай. Аккуратно, бережем. Так, Ксюшка, не сиди, поехали в огород. Что там у нас еще в осень не падает? А мы помогаем, прихлопываем. Молодцы, наладилось там дело. Давай скорей.
согласен. А ну-ка, расскажи. Представляешь, что ты здесь, а она там. Ну давай, как я здорово придумала, да? Ты возила? Давай, Даша. Садись. Даша. Ты возила? Садись. Давай. Девочка, ты там, Милочка, ты возила? А, все, садись. Костенчик, Костенчик, ты возил? Он привез? Вниз. Все. Так, семейный дуэт. Поехали. Поехали, семейный дуэт, похлопаем. Поприветствуем. Так, молодцы, мальчики. Отлично. Один семейный дуэт. Так, а ну ты же сейчас второй семейный дуэт пойдет. Эшгенчик, Эшгенчик, иди сюда. Так, а потом Даша с Софой. По разику будем у нас семейственность продолжать. Так, молодцы. Отлично. Поехали, поехали, принесла. Так, отлично. Хорошо, здесь один автомобиль. И здесь один автомобиль. Так, и последний раз музыку включаем. И поехали. Эшгенка и рисунок. Так, стоп, стоп. Так, права этому парню не раздавать пока. Только категорию А. Поехали. Так, поехали. Держи. Поехали, поехали. Молодец. Отваливай. Конечно, отваливается. Это же сама слава, он сам сваливает. Молодец, так быстрее. Когда распутится, заплатил кому надо и помыл руками. Молодец. А теперь Даша с Софой. Там что-то осталось точно. А эти за ручки взялись, как будто это поможет. Затрясся урожай. Поехали, поехали. Поехали, молодцы, девочки. Тянем, тянем, Софа, поехали. Поехали, поехали, Софа. Поехали. Выбирай. Так, доставай. Что там растет? Лучок. Доставай лучок. Клади в машину. Молодец. И музыка закончилась. Шикарно. Такого не придумаешь. Молодец. И у нас дети закончились. Поехали. 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 Раз, два, три. Молодцы, молодцы. Полная корзина. Похлопаем, дети, всем. Мы перевезли весь урожай. Дети, морковку собирали? Собирали. Свеклу собирали? Да. Собирали. Но мы... Ой, что-то мокрое здесь. Тыква. Мы не знаем. Может, это настоящая тыква. Ба, представляете? Настоящая, взятая на прокат. У тети Даши. И капуста. Но у меня же два сильных мальчика. Кто у меня сильный мальчик? Я. Я так и знала, что это ты. И Даниэль. Даниэль, выходи. Даниэль, выходи. Я. И ты тоже будешь собирать? Я тоже. Знаете, ты я тяжелая. Я хочу быть. А я сама все морковка. Все, мальчишки все. Заношу к костям девочки. Девчонки сели. Снова Даша сели. Она запотела ждать. Она взмокла ждать. Дети, если мы на самом деле на грузовики могли погрузить свеклу, морковку, лучок, то тыкву мы погрузить не можем, она очень тяжелая. Поэтому мы будем ее катить. Как мы ее покатим? Вот так вот, ну и мы покатим. Вот покатим, покатим, покатим. Молодец, кати. Молодец, кати. Кати, вот какие сильные мальчишки. И прямо ворота закатывай. Вот раз закатили. Закатили, ты к себе ворота, он к себе. Молодец, 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 молодец. Хорошо, умничка, садись. А теперь выходит Марсель и Сашка. Марсель и Сашка, сюда. Сюда. Так. А сюда. Саша, сюда. Подожди, еще пальца. Рано, рано. А вот мы потом сделаем. Обязательно. Поехали. Поехали. Кати тыкву. Что придется есть. После таких гонок. Кати, 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 кати. Молодец, 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 молодец. Я вижу, ты первый. Молодец. Садись на свое место. Хорошо. А я очень. Ну, давай. Валерия и Лена. Так, хорошо. Мне же что на музыку надавали. Молодцы. Раз, два, три. Ты быстрее, кати. Молодцы. Умнички. Садимся. Так. Алёнушка, Алексюшка. Оттуда, девчонки. Ксюшка, сюда. Ксюшка, сюда. А кто сидит на столе? А ну-ка, быстренько на место. Катим, катим, катим. Молодец, Катюшка. Вот так! Это сноровка! Это женский ум! Дикий и здоровый! Похлопаем девчонкам! Это же
ну-ка, мальчишки. Раз, два, три. Тыкву туда. Очень не хотела. Поехали. А, они без музыки не могут. Молодцы, ну-ка, мальчишки. Молодец, 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 молодец. Много разных конкурсов, правда? Да. Но мы не забыли о том, что девочка Ксюша тоже очень хотела тебе стихотворение рассказать. Ну-ка, Ксения, выходи и про коврик новый расскажи. Ну-ка, давайте, дружок. Под ногами. Только громко. Под ногами. Коврик. Ах, как она красиво рассказывала! А некоторые так шумели, как дождинки. Ну-ка, Валерия, выходи и про свои снежинки, про свои дождинки расскажи. Летят, летят дождинки. Ну-ка, давай. Летят, летят дождинки. Не выйдешь из ворот по вымышей тропинке. Сырой туман ползет. Покрасневших сосен, толпы, где-то сих осень, душистые грибы. Молодец, садись, моя хорошая. Викуся, выходи. За осенними тучами где-то. Давай. На дорожках. Где бегало лето, за цветью легся ковел. Воробей. И загустел за окошком. Непривычно притихли дома. По осенним колонам. Дорожкам незаметно приходит зима. Вы слышите, что говорит Вика? Незаметно приходит зима. Но нам не рассказал еще приехавший буквально на днях с теплых краев из Египта Даниэль свое стихотворение. Даниэль, хочешь рассказать? Осень наступила. Высохли, давай, плечи ему не снилось. Давай. Вянет. Травка на полях. Осень на полях. Воды зашумели. Быстрого лучья. Птицы залетели в дальние края. Друзья мои, пора, Даниэль, тебе садиться на местечко. Дети все рассказали свои стихи? Только я. А у тебя очень грустное стихотворение. Прощальное, иди сюда. В небесах высоко. Давай, громко. В небесах веселых тает. А тонкие лучи. Улетает. Дети стаев, прилетает стаи туч. Ты знаешь, Осень, нам очень жалко с тобой расставаться. И чтобы ты не ушла от нас просто так, мы тебя проводим нашим красивым осенним танцем. А ты нам потом скажешь свои прощальные слова. Подождите, детки, все ко мне. Возьмем листики красные и желтые, станцуем. А мамы в это время, пока мы будем танцевать, тоже время будут не зря терять. А тихонечко нам сюда принесут. Сначала танец посмотрят, а потом по делам пойдут. А мы раз, два, три. Два листика себе берем. Мы танцуем, потом потуже берем себе два листочка, дети. Два листика, только два листочка. Ты, Осень, к нам пришла по дорожке. Девчонки, вот так. Вот так, там. Вот так. Вас много, тех листиков не хватит. Давай, 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 молодец, солнышко, хорошо. И пойдем. И пойдем. Приготовились, дети. Побежали с листиками. Побежали с листиками друг за дружкой. Побежали, Осень станет в серединку, чтобы стоять в центре. А мы вокруг нее потанцуем. Раз.
вот как они красиво летают. Молодцы снова. А теперь маленькие детки побежали к осени, а большие стоят на месте. Побежали, побежали, малыши. Ты чего не малыш? Побежали, побежали, постояли. И назад вернулись маленькие детки. А теперь большие детки побежали к осени. Скорей, 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 скорей. Окружили осень. И назад вернулись. И красиво станцуем. Раз. И покружимся. Снова раз. И снова малыши побежали к осени, взяли осень за ручки. Малыши взяли осень за ручки. Молодцы, взяли, взяли, взяли. А мы, взрослые детки, побежим вокруг этих малышей. Побежали, побежали. Вот у нас большой круг. Большой круг, большой круг побежали. А вы, маленький кружок, побежали здесь. Молодцы, молодцы, молодцы. И остановились. Раз. И покружились. В одну сторону, в другую. Молодцы, друзья, похлопают мамы все тебе. Похлопали. Все-все-все похлопали. Теперь спокойно я свои заботы оставлю я на следующий год. Закончилась моя работа. Хозяйка быть зиме настал черед. До свидания, дети. Скоро к вам сама пожалует красавица зима. Благодарим мы осень за подарки. Но расставаться нам пора пришла. Ведь в ноябре снега падут на земли. А станет холод и придет зима. Помашем, до свидания, осень. Да. Вот, давай.